Присвоили 600 миллионов тенге. Прокуратура области выявила хищение бюджетных средств. Подследственные разработали целую схему присвоения финансовых ресурсов, выделенных для покупки жилья переселенцам. Подробности в нашем сюжете. На сегодняшний день установлено, что ущерб от преступной схемы понесли 6 районов области. Махинации производили средствами, выделенными на реализацию программы «Сильные регионы. Драйвер развития страны». Людей из южных регионов страны переселяли в наши населенные пункты лишь на бумаге. Нами установлена целая схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 миллионов тенге на получение половины расходов. Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тысяч тенге. Органами начато досудебное расследование. Дело квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура также продолжает проверку деятельности карьерных центров. Планируется ужесточить правила для получения льгот. Анастасия Ерш, Арман Якубов, Ертыс-Акпарат.